Прежде чем достанем пластиночку, ты действительно занималась спортивной гимнастикой? Каких-то успехов там добилась? Расскажи нам. Ну, вся местная братва, конечно, просто обходила двор стороной, потому что ударить булавой – это не шуточки. 150 грамм? Ну, она же легенькая. Нет, а вот… Правильное ударение булавой, не булавой? Да какая разница? Да важно, что больно. Они все были битые, потому что они все пытались меня обидеть. А это же, это правда очень тяжелый инструмент. Особенно если вот ты ее закручиваешь и потом, посылаешь… Потом. Ну, типа того, да. Ну, хорошо. Видишь, вот не будет с тобой после этого рядом никто сидеть. У тебя микрофончик в руке, вдруг вспомнишь свое спортивное прошлое. Нет, давай к настоящему. Давай. Нажимаем кнопочку. Давай.